Тематический общественный транспорт стал доброй традицией в нашем городском округе. Свой брендированный троллейбус есть у учителей, врачей и даже футбольной команды. Теперь он появился у службы 112. В этот раз решили обновить тематику противопожарной безопасности. Троллейбус, видите, яркий, красный, белый фон, большими цифрами 112. Всегда есть зрительная память. Это как бы передвижная социальная реклама, которая, я надеюсь, поможет. Оценить новинку прибыли спасатели. Вы знаете, что пожар – это стихия, это выброс энергии, вот, поэтому от него страдает, он уничтожает все на своем пути пожар. Поэтому самое важное – это знать, конечно, правила пожарной безопасности, которые должны с кровью матери, младенцам прививать это все в школах, в детсадах, в школах, в учебных заведениях, потому что пожар может возникнуть везде. В троллейбусе планируется проводить акции, где будут раздавать листовки и предупреждать химчан о важности соблюдения требований противопожарной безопасности. В Химкиэлектротрансе надеются, что такая социальная реклама поможет уменьшить количество пожаров в городском округе.